Всем привет! Кто-то тоже не хочет здороваться, а не улыбается. Моя булка улыбается. Да. Рома позвонил сегодня, да? Папа, что сказал? Попросил, говорит, приболел что-то, выведи, пожалуйста, Владика. Хорошо. Я прям сразу в спортивной форме гантели побросала и своего любимого сына выводить решила. Да? Да. Ты моя сладкая. А у нас сегодня пятница. Пятница сегодня. Последний день на этой неделе в школе. А потом выходные. Да? Выходные потом. Мой зёлочка такой. Ну, булочка моя. Моя булочка. Пока Владик в школе, я кое-что сделала и хочу в город еще вот выскочила. Хочу купить себе новую спортивную одежду, потому что для занятий. Потому что это очень важно, когда ты занимаешься в том, в чем тебе нравится и комфортно. Должно быть удобно, должен быть классный материал. А у меня есть два костюма, но они уже старенькие. Я в них еще в Украине занималась. И так бы уже хочется немножко, знаете, так освежить, чтобы это больше мотивировало. Есть торговый центр, здесь есть такой магазин Текомакс. Там очень есть брендовые вещи по очень хорошим большим скидкам. Я хочу туда сходить. Дамен спорт. И тут уже, пожалуйста. Ра, ну в чем здесь может быть что-то понравится, но не будет твоего размера. Потому что это какой-то такой сток, где как бы вот там по одному размеру бывает, или там еще какие-то вещи. В общем, вот розовый Adidas. Почему бы нет? Я хочу быть яркой. Сколько он стоит? Стоит он 17 евро. Он, вернее, они. Может, вообще шортики. Вот этот классный. Прям на меня. А штаны тоже классные, но небольшие. Они прям... Зачем я взяла М-ку, если у меня уже S-ка? Вот это потыляется все. Вот видите, почему я скептически к своему животу относилась? Вот, вот это все, оно никак, это просто кожа после родов. И ее уже, ну, только операции сделаешь такой пробой. Никак ее не надо. Тут жира нет, тупо кожа некрасивая. Вот тебе хорошо. Купила очень быстро и мчу домой, потому что Владика нужно уже встречать. И получается, мне нужно было сделать домашнюю работу, домашнее задание по немецкому языку. И потом осталось совсем чуть-чуть времени. У меня сейчас вообще времени мало, потому что много немецкого. И я прошу и маму, и Рому быть с Владиком. Когда я занимаюсь немецким языком, получается, что на свое личное время у меня уже меньше времени. Меньше времени. На свое личное время у меня меньше... Боже, что я мелю. Короче, вы поняли, да, что на какие-то такие свободные вещи у меня меньше времени остается. У меня еще свидание. И получается, что я люблю еще и одна побыть, и с подружкой там встретиться. И в приоритете теперь становятся, остались свидания и немецкий. А это плохо. Нельзя только ну, в одной сфере. Надо еще и с подружками. И я еще люблю так вот по городу сама походить, потупить. Я уже давно не была в Лихтенштейне, в замке. А это мое место силы. Я люблю туда ехать одна, вообще гулять одна. Там я прям так перезаряжаюсь. В общем, надо что-то делать с этим. Надо срочно что-то с этим делать. Сегодня суббота уже, да-да, вот так вот, такое волшебство. У вас вчера был эфир, потому что я вчера, ничего, приехала, пока Владика немецкий, опять у меня был, у меня пятница тоже немецкий.
Много всего, да, Владька? Да. Дождался маму с тренировочки. Дождался маму с тренировки, моя булочка. Мама уже в красивом новом топике занималась. Так приятно вообще. Когда новенькая, так все классно. Владька, ты меня тащишь? Лежать с тобой? Да. Не доспал еще? Надо уже, сынок, просыпаться. Жалюзи открываем. Новый день. Ой, солнце. Новый день запускаем. Да, сейчас приду. Я хочу кофе теперь поставить. Я же тебе дала кушать перед тем, как на тренировку пошла. О тебе позаботилась. Теперь мама хочет тоже что-нибудь. Что мама хочет? Сейчас взять ключ. А потом уже делай себе кофе. Собрались в магазин. На улице теплынь. Я в футболке. Мама в футболке. Владик чуть-чуть так с рукавчиком одела. Вообще очень тепло. Мы с Владиком уже скупились. Ждем бабушку. Владислав уже кушает. Вадь, что ты кушаешь? Баклажан. Сырой баклажан ребенок ест. Очень-очень захотелось ему баклажан. Значит, наверное, нужен организму, да, сынок? Ты у нас будешь сыроедом. Мама на интервальном питании, а Владислав будет на сыроедческом. Жарко, да, сейчас. Ну, сейчас бабушка уже придет и поедем. Надо было футболку тебе, конечно, одевать. Не сделала вам распаковку, что купили, потому что, когда приехали, я пошла за продуктами. Рома говорит, пожалуйста, съезди, говорит, быстренько за табаком. Я, говорит, с Владиком попаду. Говорю, хорошо, поехала я за табаком, прихожу, они тут взяли, Владик взял мою фотографию с Ваней, там стекло, он ее разбил, порезал палец. Я тут вся, короче, в этом самом, в панике. Я сейчас никого не обвиняю, это могло случиться и со мной. Я просто говорю, что вот такая ситуация произошла. Стекло от фотографии разбилось, Владька порезался. И, естественно, все пока тут... Без меня они никак не могли почему-то пластырь ребенку замотать палец, потому что он не соглашается. И уже мне, я уже когда пришла, сидит Владик вот, вот с этой кровякой, я ему уже замотала пластырем палец. Все. Вся часть, уже все в порядке, ничего, там сильно, там чуть-чуть буквально там пальчик наколол. Но главное, что вот такая вот неприятность такая была. Я уже хочу есть, потому что пока мы мотались, то все, уже 3 часа, но еще ничего у меня нет, нечего мне еще есть. Сейчас буду пока готовить, так что поем я сегодня часа в 4, наверное. А готовить я вот так вспомнила про вот эти же овощи. Помните, я готовила когда для друга? И вот я думаю, а что я так вот редко их себе... Правда, много получилось. Но я сегодня запеку, и будет мне на сегодня, на завтра, а может еще даже и на послезавтра. Смотрите, я здесь еще брокколи добавила, шампиньончики, перчик, и зеленый, и красненький. Что здесь у меня еще? Цукини, бэби-морковочка. Все, что я люблю. Ну да, все. Брокколи, цукини, шампиньоны... Перец, бэби, морковка. Все, достаточно. Вот я сейчас все запеку. Здесь оливковое масло, перец и соль. Больше ничего нет. И поджарю еще мясо. И вот такой будет у меня сегодня... Вот такой будет у меня сегодня еда. Еще паштет буду делать. Паштет буду делать печеночный. Как всегда, лук, морковь. Ну и печень сама, и мясо. Один кусочек мне, один Владику запекаю к овощам. Готово. Овощи готовы. Вот так выглядаем. Выглядает сегодняшний мой прием пищи. Красивенько выглядит. Это Владиславу кусок мяса, а это мне. Так, все, паштет сделала. Маме дала немножко, больше никому не давала. Сегодня не хочу никому давать больше.
Овощи вот еще пооставались мне, да, вот хватит мне на завтра. В общем, еды на сегодня, на завтра вполне. Девочки, буду сейчас все делать десерт. Как же без сладенького, с безлактозного йогурта для себя. Я вообще, кстати, тоже для себя решила, то я только для друга своего делаю, ему лактозу вообще по показаниям нельзя. Ну, там анализы что-то сдают, дюже переживать за свое здоровье. В принципе, лактоза никому... Ну, опять же, я ничего не утверждаю, я так слышала, что особо там ее, особенно после 40, зачем она нужна. Так что я себе тоже купила безлактозный йогурт. Сейчас сделаю десерт чиа-пудинга и попробую сегодня стевию. Я так на язык трохи капнула. Вроде ничего, девочки, знаете, не знаю. Скажу вам честно, вот как есть. Но опять, о вкусах же не спорят, надо попробовать. Но она не такая противная, как вот если в порошке. Вот все-таки жидкая, она получше. Сегодня ее использую. Так, ну я же вам говорила, что я всегда беру все. Я беру жирность хорошую. Вот, 3,5. Кто девочки в Германии или мальчики? Вот такой безлактозный йогурт мне нравится. Вообще-то этой фирмы безлактозная продукция. Ну, опять, на мой вкус, мне очень нравится. Так что рекомендую. На жирность не смотрите. Не берите ни нулевой процент. Это все хрень собачья. Ну, посмотрите на меня. Боже, я... Вон, ножички уже, какие красивые, да, это, струнки. Я худесенька. Ем все жирное. Дело не в жирности. Жирность не влияет на ваш жир подкожный. На жир влияют другие вещи, когда жрать без умолку с утра до вечера, на ночь и вообще еще и тяжелые углеводы. А вот такие все вещи, творог, молоко, сыры, берите жирное, наоборот, это полезнее. Я масло по утрам ем сколько, и нормально с кофе. Ну, а там, конечно, как хотите. В общем, стевию аккуратненько. Она очень концентрирована, очень сладючая прям. Здесь вот такая была пипочка. Я еще думаю, как ее потом отрезала. В общем, несколько капель добавлю при вас. Все. Вот этого будет достаточно. Слушайте, не горчит. Вот честно, попробуйте. Это прям мой отзыв. Я стевию ненавидела. Она настолько мне раздражала. Я, правда, еще добавила немножко. Вот видите... Сколько у меня здесь баночки было. Вот такой, ну это где-то, сколько, где-то 5 миллилитров, наверное. Ну, может быть, да, где-то 5 миллилитров здесь я добавила. Сладенько, очень хорошо. И нет горечи. Все, я буду стевию, значит, теперь использовать. Вместо эритритола буду использовать стевию. Пришло время десерта. Буду вкушать, наслаждаться. И пойду попробую вам эфир провести. Если получится, конечно. Владик так долго просто кричал. Уже не было 2 дня у него приступов. И я такая, фух, ну просто это такое счастье. А сегодня, вот после того, как я поснимала, приготовила, мы покушали. Хорошее было настроение. А потом у него как случилось, и прям затяжной такой приступ. Прям плакал, прям себя по головке бил. Сейчас нормально, покупался, искупался. Вот сейчас я буду кушать. Владику тоже положила. Сейчас вроде хорошее настроение. Попробую пойти сейчас эфир провести для вас. А здесь я буду уже с вами прощаться, потому что, не потому что все достаточно. Вдруг Владике потом опять будет плохо, я даже не знаю, что снимать. Представляете? Ну, в таком состоянии вообще снимать ничего не хочется. Так что желаю вам всего самого хорошего, пишите комментарии, обнимаю, будьте здоровы, богаты, конечно же, богаты, будьте все-все богаты, я люблю, когда все богаты, мне нравится, когда вот люди все, у всех есть деньги, все счастливы, люди могут себе доставлять удовольствие какое-то, жить, радоваться, поэтому будьте все богаты, я никому не завиду, я только буду за вас рада, 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 все, пока-пока, как всегда, ваша Елена Абаева.